Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в шестом уроке видеокурса «Настройка сложного шаблона Landing Page от А до Я». И следующий блок – это у нас преимущества. То есть, смотрите, вот такой вот интересный блок, где вы можете разместить, вот где демо, любой ваш заголовок, ниже разместить какой-то свой текст, и, соответственно, можно вставлять любые здесь иконочки. Смотрите, если вы посмотрите в официальной демо, да, то здесь я аналогичный блок взял, а также эти блоки можно делать неограниченное количество, и давайте рассмотрим, как они устроены. Вот такая есть анимация при наведении на блоки. То есть, смотрите, лендинг пейдж обязательно, почему вот мы так идем, смотрите, у нас преимущество. То есть вы должны понимать, что лендинг-пейдж, который представляет вас или ваше дело, то есть чем вы занимаетесь или что-то вы там продаете, обязательные блоки, да, у нас должны присутствовать. То есть о нас или о фирме, блоки преимущества. Не обязательно его называть так, да. То есть если вы найдете применение для этих блоков, как-то по-другому их использовать, то пожалуйста. Вот, поэтому здесь это просто переведено в пример. И я вам вот что предлагаю. Данный код вы сможете скопировать, как мы до этого делали, из демо сайта, то есть демо шаблона, зайти в модуль, скопировать текст и вставить, и там просто заменить весь текст на свой и заменить иконки на те, которые вам нужны. Но там такая ситуация, если вы текст копируете, он у вас ставится без иконок вот этих вот. Опять же, здесь Joomla режет код. И для удобства зайдите в папку с видеокурсом, найдите папку «Дополнительные материалы» и найдите текстовый документ «Код преимущества» называется. Откройте его. Здесь просто я уже прописал иконочки. То есть вот это, смотрите, код. Значит, span. Вот этот код span Joomla режет. То есть полностью вот так отрезает, и у вас все ставится без иконок. Здесь уже все понятно. Смотрите, первые строки. Вот это мы с вами проходили уже, да? Это деление на колонки. 1, 2 в данном случае делится. То есть здесь код абсолютно идентичный из официального демо. Здесь изменил я только на заголовки, название на свои и, соответственно, иконки на свои. А весь код, то есть, как есть из демо. Просто здесь удобнее вам. Потому что мне пришлось вот это все прописывать отдельно потом, каждому блоку, вот эту строчку для иконки. А я для вас решил упростить. Чтобы у вас это не резалось, мы сейчас ставим между тегами специальными, да, которые не позволят вырезать нам нужные вещи. Вы просто целиком отсюда копируете все. Давайте пройдем в наш сайт, перейдем в менеджер модулей. И это у нас обычный HTML модуль. Опять жмем создать и HTML код. Сразу же спускаемся ниже, нажимаем на кнопку «Вставить код» и вставляем сюда наш код. Будьте внимательны, чтобы вы вот между вот этими вот строчечками все аккуратно вставили. И «Вставить». Позиция для этого модуля у нас имеется вот такая вот. Здесь такая, может быть, смотрите, у вас ситуация, что вы не найдете вот данный позицию модуля. Поэтому здесь все очень просто. Вы теперь видите вот название, как оно есть. Если вам лень писать от руки, вы заходите в демо данные, заходите там в менеджер модулей и просто находите, вот, пожалуйста, вот он, вот его название, единица. Вот тут такое же еще есть ниже позиции 2, 3, видите, из той же серии позиции модулей. И просто вы отсюда копируете данную позицию или запоминаете и пишете от руки. И здесь просто вот в этом поле Ctrl-V вставляем и потом нажимаем Enter. Все, мы позицию здесь с вами вставили. Дальше, смотрите, вот этот заголовок, вы это уже умеете делать. Поэтому я быстро здесь пробегаюсь. Заголовок вставляем вот такой. Здесь произвольно я абсолютно написал, чтобы просто демонстрировать также подзаголовок.
Не забываем выбрать стиль 3. В демо данных давайте подсмотрим. Здесь есть также суффикс CSS класс модуля. Также зайдите в демо данные и заберите его. Или посмотрите, как у меня здесь выглядит, и на клавиатуре наберите этот текст. Так, давайте тоже здесь не забудем сделать только на указанных страницах. Итак, мы полностью подготовили модуль к публикации, выбрали, значит, позицию, прописали заголовки, суффикс CSS класс модуля. И давайте немножко поговорим о редактировании данного кода. Значит, смотрите, вот первый идет заголовок, видите, демо. Значит, вот заголовок демо, где будет отображаться, так? Это понятно. Ну и школу Федора Васильева я написал, а также вы видите, где вы можете ставить здесь текст, да? Не обязательно, что тут будет такой маленький текст, у вас может быть тут гораздо больше строк. Ну и иконки вы также умеете вставлять. Между кавычек вы удаляете, значит, иконочку. Смотрите, у нас тут было по умолчанию, значит, сердце. Давайте еще раз я пробегусь по этому. Например, берем вот такой вот подарочек. Смотрите, аккуратненько, значит, удаляем. И Ctrl-V вставляем иконку. Запомните, да? У первого блока у нас будет перед иконкой не сердце, а подарок. А также о заголовке, что хотел сказать. Смотрите, H4 это тег для заголовка. Хотите увеличить, сделать больше заголовки у данных блоков, значит, ставим H3, H2 и так далее. Но не ставьте H1. Если вы не знакомы с SEO, то H1 заголовок должен повторяться только один раз для страницы, для одной страницы. Так, значит, и еще один момент. Значит, смотрите, если нужно вам больше таких блоков, нежели здесь на демо, как, значит, копировать сразу вот серию, то есть раз, два, вот эти парную вот эти блоки, как копировать? Смотрите, вот начинается блок отсюда. Начинается, вот его заголовок, потом текст, потом иконка, div закрывает, закрывает. Это первый блок, потом идет вот так вот второй блок, до закрывания, смотрите, три дива. То есть, смотрите, вы просто из кода вот так вот копируете. Это сейчас я выделил пару, то есть парную часть блоков. Копируете ее и просто вставляете ниже. И потом заменяете значения, там, заголовки другие, которые вам нужны, и текст. Вот так вот пару копируете, и это может быть неограниченное количество. Будет вот так вот вниз тянуться. Ну, я не пробовал, также можно здесь еще менять вот эти значения 1, 2. Помните, мы проходили это уже. Это у нас колонки, да? 1 к 1, 1 к 2, 1 к 3 и так до 8. Если есть желание или это вам необходимо, можете здесь как-то поэкспериментировать, просто меняя вот здесь одну цифру, например, 1, 3. Я этого не делал, но я уверен, что это сработает и будут блоки меняться. Но, соответственно, нужно вам будет попробовать, если будете менять, смотрите, у всех. Видите, здесь у всех 1,2. Если меняете на 1,3, значит, у всех вы вот здесь двоечку меняете на троечку. Вот, в принципе, все, что хотел сказать я о данном коде. Давайте попробуем сохранить и посмотрим, все ли у нас правильно получилось. Обновляем страницу. Так, вот у нас преимущество. Здесь, видите, иконка сменилась. Здесь иконка, вот, подарок. Анимация работает, все работает. Также стиль синий, рамочка. Это у нас все от шаблона идет. В принципе, все об этом блоке, что я хотел сказать. Эта конструкция, она адаптивна. Здесь вообще вопросов нет. Можете поиграться, браузер сужать или зайти с мобильного телефона и посмотреть, как симпатично эти блоки будут выглядеть. В принципе, мы блок этот с вами сделали, здесь больше добавить нечего, и увидимся в следующем уроке.